Всем привет, друзья! Вы на канале «Пчелы начинающим». С вами я, Анатолий Борисович. Сегодня у нас 11 декабря. И мороз такой стабильный уже стоит где-то недели 2-3 у нас. Где-то около 10 градусов. Ну, а я хочу глянуть вот те вот две проблемные семейки, которые я показывал в предыдущих видео. В ульях ППУ, которые никак не успокоятся. Вот я 2 дня назад был и решил убрать пленку и поставил туда кормушку сверху. Может быть, это как-то сыграет роль там немножко увеличения воздуха, так сказать. Ну и сейчас хочу посмотреть, повлияло это, не повлияло. Ну, возможно, это семьи такие беспокойные. Вот. Ну, давайте посмотрим. Так, ну вот это вот ставил я сюда вот кормушечку, видите? Вот это вот кормушка. Ну, сейчас глянем так. Опа. Прилипла. Упой, пчелка вылетела. Не сидят, наверное, они. Так. Ну, я скажу, вроде бы как что-то утихло. Сейчас глянем внутри. Не хочется беспокоить, но все равно хочу посмотреть все-таки. Котик наш пришел посмотреть тоже. Ну вот, пожалуйста, вот такая картина под кормушкой. Ну, я вам скажу, семья сильная вот. Все 10 улочек занимают полностью, и между стенкой крайней, и крайней рамкой стенкой. Все в пчеле, пожалуйста. Поэтому я так думаю, что все-таки вот это все зависит от того, что пчелы много. И поэтому они так немножко, ну, более-менее сидят уже. То они прямо беспокойно. Все, сейчас я поставлю и на вторую, наверное, кормушку. Все, уже немножко притихли, друзья. А вот здесь вот такая же картина. Примерзла. Мороз и примерзла. Ну, тоже более-менее успокоились. Все-таки морозы стоят стабильные. Вот поэтому они... Все, не буду это трогать я. Пусть так остается. Пожалуйста. Тоже беспокойная семья. Ну, тоже не маленькая. Вот они и беспокоятся. Все, не буду я их беспокоить, ставить сюда кормушку. Пусть там так остается, а здесь так. В общем, вот такая вот картина у вас получается. Здесь кормушкой, конечно, более-менее уже успокоились. Уже не так присели, а то прямо волновались все по всем рамкам, расползли. Сейчас более-менее хоть собрались в клуб. Но, в общем, вот такая вот ситуация, друзья.
Вот так вкратце небольшой такой отчет об этих вот двух беспокойных семьях. Ну, в других, конечно, тут они и сидели нормально. Ну, давайте глянем. Более-менее. Опа! Нормально. Вот растянулись по всем рамкам. Ну, будем наблюдать, будем смотреть. Интересно. Интересно, разошлись. Так, а ну-ка вот тут. Ну, тут спокойно сидят. Вот там небольшая проходит, видно, холодный воздух, несколько капелек. Тут сидят спокойно, хорошо, все отлично. Все нормально, друзья. Так, ну ладно. Не буду больше беспокоить. Вот так прикрыл листом шифера тут вот пару уликов. Заметил я, что тут как-то повадились синички. Не знаю. Это немножко предотвратит их напад на этих пчелок, на наших. Синички, воробьи. Ну, в общем, вот такая картина, друзья. Кому понравилось, поставьте лайк. Подписывайтесь, кто не подписан. Всем удачи, добра, до свидания. До новых встреч. Рокки. А вот и Рокки наш. Какие вы хорошие. Друзья, друзья. Друзья, друзья.